напал на журналистов и угодил за решетку. В железнодорожном районном суде Новосибирска начали рассматривать дело, потерпевшими по которому признали наших коллег. Вам понятно, что вам инкриминировали? Нет. Хорошо, обвинение непонятно, вину не признаете? Нет. Александру Скрипинскому инкриминируют 144-ю статью Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности сотрудников СМИ». По версии следствия, 2 апреля он напал на оператора и журналиста, которые снимали материал о строительстве на берегу Оби. Водитель грузовика, приехавший на пескобазу, начал сыпать угрозами, а затем от слов перешел к делу. Закидал камеру грязью и нанес по дорогостоящему оборудованию несколько ударов. В результате противоправных действий подсудимого дальнейшее осуществление видеосъемки стало невозможным. Телеканал ГТРК «Новосибирск» причинен ущерб на общую сумму более 80 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования вину в инкриминированном деянии подсудимый не признал.